Нельзя бросать тренировки. Чемпионов у женщин. Шоссейников, средняя школа. Всем привет, ребята. Легче дышать стало. Классно как. Процентов я не знаю сколько. По совместительству мою жену. Это она, тёлочка. Тёлочка. Все нашего папу по заборам лазит. Всем привет. Сегодня... Теплый вечер. Лариса изъявила желание съездить за 40 километров. Я говорю, Лариса, ну уже поздно, давай за 30, ой, за 25 съездим. Вот она едет, говорит, давно не ездила, уже устала, скажи, Лорик. Ой, не говори, Юр, во-первых, устала. Я 12-го, да, последний раз ездила? Я не знаю, наверное. Вот, и очень сильно устала, и ноги болят. Давай потихоньку двигаться, мышка, потихоньку поговорим. Как это... Нельзя бросать тренировки. Нужно находить время и возможность. Как прям чувствуется, ноги не крутят, дыхалка не работает. Все забито. Короче, вечер хороший, а настроение дрянь, да? Не, настроение хорошее, поэтому и хотелось поехать. А все остальное, физическое состояние не очень. Надо тренироваться. Вот так, ребята. Надо каретку делать, Ларисе. У нее маленько разболталась. С прошлого года не разбирал. Пока. Юра соскучился уже по ремонту велосипеда, однако свой велосипед каждый день разбирал. Ну что, едем мы. Я Ларисе предложил выложиться. 35 она сейчас шла по спидометру. Тяжело, говорит. А представляешь, у олимпийских чемпионов, у женщин, шоссейников, средняя скорость 40. Средняя? Ну, понятно. Я просто тебе сравниваю. Ты меня готовишь в сборную, что ли? Сборную под сборную. Значит, мне нужно давать кушать. Вот так, ребята, тяжело уходят килограммы. Стараются. Герболайф тебе в помощь. Надо есть Герболайф, тогда и похудею. Вот, девчонки и мальчишки, вечереет. Солнце село за горизонт, вот туда. И сразу похолодало, сразу уже прохладно. А такой вечер был вообще классный. Ну все, двинулись назад. Доехали мы до поворотной точки нашего путешествия. Как настроение? Я уже говорила, у меня отличное настроение. Только я хочу, чтобы лето не кончалось. И чтобы оно за мной умчалось. А вот тут вот я обнаружила вывеску, что когда будет сдаваться мост. Ноябрь 21 года. Вот оно, пожалуйста. Недавно поставили, не было. Барнаул. Вот смотрите, я сейчас пересеку границу Барнаула. Раз! И все. И мы уже не в Барнауле. Уже совсем потемнело. Воздух прохладный вокруг. А мы едем мимо протоки реки Обь. Ну, это Шанторка. Речка. И знаете, с нее ветерок дует. И теплый воздух. Ну, то есть речка остывает. И теплый воздух. Так классно.
Ехали. Ларисе захотелось в магазин пойти. Что такое, милая? Я отбила себе все. Зашла сейчас в магазин. Ну, говорю, Юре, пойду зайду, нам фруктиков куплю. Набрала сливы и черешни. Подошла к кассе. Ну, подала мешочек, все взяла, это продавец. Взвешила и уронила. И все по полу рассыпалось. Она собрала мне мешочек и назад. Подает. А я говорю, вы как бы хотите вот это все это мне продать, да? Она говорит, да, а что? Вы же помоете, вы же так кушать не будете. Спасибо, мне не надо. Ну, вообще, это как бы запросто. А что такого? Помоете же. Сейчас сложат кому-то, кто-то купит с пола все. Собрала. Ну, так. Мойте тщательно. Покупайте продукты. Нет, мойте тщательно, когда покупаете. Всем огромный привет, ребята. Дорогие зрители нашего канала. Все, кто нас поддерживает, кому мы нравимся, кому не нравимся, всем огромный привет. Нас сегодня стало 50 тысяч. С чем мы вас и себя поздравляем. Поздравляем. Мы очень благодарны вам за вашу поддержку, за доверие к нам, за все, что... За ваши комментарии, за ваши положительные отзывы и за отрицательные тоже. Мы меняемся, может быть, когда нам пишут отрицательные отзывы. Но все на пользу идет. И для канала, и для нас, и для нашего развития. У нас какие-то семейные тут, как бы сказать, события происходят. Там, например, внучек нам привозят. И не всегда есть время, не всегда есть желание. Но Юра меня, конечно, мотивирует на все на это. Говорит, что надо. Мотивирую. Лариса. Матом. Лариса, очнись. Лариса, давай. Лариса такая, что сядешь там и слезешь. Ну, так условно. Все, что я хотела сказать. И сегодня мы с Юрой хотим провести наш день. Как обычный, самый-самый обычный день. Ну, как все у нас, собственно, и проходит. Мы решили выехать на велосипеде. Потом мы приготовим ужин. Или обед, или ужин. И вам, конечно, покажем. Это будут самые-самые простые продукты. И наверняка каждый из вас это уже 100 раз готовил. Ну, мы по-своему это снимем, может быть, для вас. Может быть, вы с нами отдохнете. Может быть, кого-то мы разозлим. Я не знаю точно. И, в общем, оставайтесь с нами. И всего самого наилучшего. Всем привет, ребята. Лариса постаралась высказать все. Ох, мушка села на камеру, а? Лариса постаралась высказать все, что, ну, как бы, у нее за эти годы работаем мы. Ну, можно так, если сказать, работаем. Развиваем канал свой уже 5-й год. То есть в 16-м году вышли первые видео. Там, кому интересно, посмотрите. В 16-м году, в апреле месяце. Ну, а я что хочу сказать? Присоединяюсь ко всем пожеланиям и всем словам, которые сказала моя супруга. Не зря же у нас канал называется «Юрий и Лариса Ивановы Лайф», то есть наша жизнь. Присоединяюсь и желаю, чтобы нас смотрели как можно больше и девочек, и мальчиков. Мальчики, я думаю, найдут свой интерес, девочки найдут свой. Ну и, конечно, молодежи. Значит, смотрим мы на наш канал. По статистике. И больше всего нас все-таки смотрят молодых. От 25 до 35. Ребята, вы знаете, какой у нас самый популярный ролик? Ролик, который, как Юра говорит, мы снимали на коленке. Мы снимали его фотоаппаратом. У меня совсем не было опыта сниматься еще. Первый ролик, наверное, Лариса. Это, надо сказать, Юра... Чуть не упал Юра. Юра тогда был очень сильно занят в гараже. Он какую-то машину что-то там ремонтировал, помогал или не знаю точно. Ну и факт то, что я его снимала сама как могла. В конце, конечно, он там подключился, когда уже освободился. И хочу сказать, этот ролик набрал больше 700 тысяч, ребята. Тоже вот недавно, да. Вы, если посмотрите, сначала, конечно, там писали там комментарии, такие сплошные негатив. Про кастрюлю. Кастрюлю уже давно Юра очистил. Это такая кастрюля еще моей мамы. Я сколько себя помню, столько была у нас эта кастрюля. Но неважно, ролик не про кастрюлю. Факт то, что
Я сначала очень так сильно это все воспринимала близко к сердцу. А сейчас, когда напишут, какая грязнуля, какая хозяйка нехорошая, мне, знаете, у меня это вызывает улыбку. Я человек такой по жизни, что если даже с кем-то и поконфликтую, если человек ко мне расположен, то я все забуду и буду общаться заново, лишь бы у нас был контакт с ним на равных, а не в форме начальника и дурака или подчиненного. Я это терпеть не могу, это мое нутро против меня восстает, и я начинаю сразу на конфликт идти. Ну, вот такая я по жизни, и ничего с этим не сделаешь. Если кому-то интересно, посмотрите обязательно этот ролик про хреновину. Юра говорит, видишь, ты можешь себя посмотреть, какая ты была 4 года назад. А я говорю, самое главное, что я же не могу себя изменить. Я же не могу стать той, которой я была моложе, может быть, еще чего-то. Короче, изменить ничего невозможно. Но мы принимаем все как есть. Ну вот, Лариса проговорила свой монолог и рванула. Вперед за здоровьем! Ну, что я могу еще сказать? Сложно что-то добавить. Все, что я могу сказать, говорю в своих роликах. Смотрите, скорость какая. 31. Молодец, женщина! Ну, а я еще хочу от себя добавить. Спасибо всем, кто нас поддерживал из наших родственников. А их у нас двое. Наш сынок и наша дочь. Ого, камни вылетают из-под велика. Конечно, дочь наша принимает участие в нашем канале немного больше, чем сын. Ну, ввиду сложившегося ряда обстоятельств, ситуаций. Спасибо тебе, дочь. Она нас постоянно смотрит, пишет комментарии, поддерживает, советует, что нам сделать. Вот, кстати, по ее совету мы открыли второй канал. Два континента лайв. Ну, как бы рассчитывали, что там быстрее наберутся подписчики. Ну, как есть пока, что сделаешь. Вот. Ну и сынок тоже выступал на нашем канале, пел песни. Даже люди незнакомые пишут, куда кидать донаты. У нас такая функция даже не включена. Ну, то есть, во время прямой трансляции зарабатывать деньги. Ну, еще раз говорю, всем спасибо. Ну что? Ну, мы еще встретимся? Да, мы еще покажем, как мы сегодня празднуем. Да, Лори? Погода шепчет. Смотрите, солнышка нету, такая облачность. Но тепло, тридцатник на улице. Ну, что-то цветет, знаешь, пахнет. Да, и запах. Посмотрите, какие поля, заливные луга. Всем привет, ребята! Продолжается у нас велопоход. Сегодня третий день подряд мы стараемся проехать не меньше 25 километров. Смотрите, сегодня едем по трассе Березовка, правда? Смотрите, какая красота, а! Какой воздух, какой запах! В принципе, как только сюда выехали, легче дышать стало. Да, Ларис? У меня чувствительность к этому делу, у меня астма. И я задыхалась там. А вот когда заехали, говорю, Юра, у меня как будто что-то пробилось. Дышать на полной, хотя бы больше, чем... Спасибо, уважаемый спортсмен. Интервью дальше продолжим, чуть позже. А вот, ребят, едем дальше. По полю ходят люди и собирают какую-то траву. Я не знаю, может быть, цветет какая-то трава. Сейчас у Лариса узнаем. Как ты думаешь, что они собирают? Я думаю, земляничку. Да ты что? Ага. Землянику? Я подумал, траву какую-то целебную. Дураков нашел, да? А что собираете? Землянику? Нифига, молодцы. Точно землянику. А мы думаем, что народу столько. Посмотрите, мнутся от мошки, отбиваются с голыми ногами, но все равно собирают. Сегодня 1 июля.
2020 года. Вон там дальше еще собирают целыми артелями. Шучу, конечно. Приезжают с города, с Барнаула, с Новоалтайска. Дорога хорошая для автомобилей. Почему бы не приехать, не пособирать? А я еще еду с Ларисой и говорю, как будто 50-тысячный город. Нас обгоняют и обгоняют, и навстречу. Ну, видать, за земляникой люди едут. Въезд в деревню Правда. Название такое, Правда. Проехали, дорога резко изменилась. Вот такую недодорогу, усеянную бомбардировочными, я не знаю, или чем тут ее ковыряли. По обочинам траву никто не косит. Ну, не знаю даже, что и сказать. Количество автомобилей резко сократилось. Видимо, клубничные поля остались сзади. Или какие земляничные. Вот, смотрите, еду, а вот масляные пятна. Ну, не мудрено вот здесь вот пробить картер. Здесь примерно полметра глубина ямы. Видите, какие пятна. Так, ну ладно. А вот само Правдинское водохранилище. Наконец-то мы добрались в этом году. Ларис, ты рада? Безумно счастлива. Особенно от велосипеда. Просто в восторге. От сидушки. Все поотбивало себе. Ну и дорога тут еще соответствует. Сзади две машины. Вот этого домика не было? Может, кому-нибудь под дачу нарезали? Ага, может быть. Масло, смотри, дорожка. Наверное, картер. Картер пробил или из этого. Влево нам, влево. Смотри, прям масло, ужас. Что, здесь спустимся или где? Или там по асфальту? Да поехали по асфальту. Вот такая красота. Сейчас мы едем вниз, возможно, проедем по дамбе. А вон там тоже кто-то построил. Может, типа отдыха? Кемпинги строят. Для отдыхающих. Не было, вот даже в прошлом году этого еще не было. Или позапрошлым был я здесь. Сейчас дорога резко пойдет вниз. С перепадом, наверное, метров, я не знаю, 15, может больше. Может 20. Сильно не разгоняйся, там яма может быть. Это там выступ до дамбы. Блин, мне кажется, здесь лучше, чем мы вот ездили с Ивановыми. Помнишь, когда нас град застал? Вода какая-то другая. Да, конечно, лучше. Вот, смотрите, балдеют. Гоняют на... Опять же, гоняют там, где люди сидят. Ну, вот едь ты подальше и прыгай. Красуются суперспортсмены. Вот такое вот Правдинское в кавычках море. Ну, достаточно большое озеро. Люди отдыхают, хотя сегодня и среда, народу много. Все, ребятки, примостились мы на бережку. Вот здесь бетонная такая набережная. Когда-то она вся убиралась, тут травы не было. Вот даже мы, ну, лет, наверное, 8 назад ездили, тут травы вообще не было. У меня даже фотографии есть в Одноклассниках. А сейчас полно травы. Кто-то примостился, а кто-то прыщит себе под нос.
Бабка старая ворчит. Давай садись, бабка, подружим. Ляпота! Юра хотел так. Доехали, постояли. А, нет, он сразу хотел ехать. Я говорю, дай сначала постоять, посмотреть. Теперь мне посидеть за... Ой, давай посидим. Классно как. Водохранилище. Не знаю, кто его построил, но вот там вдалеке виднеется водонасосная станция. Я так думаю, она служила для орошения. То есть качала воду на поля. Сейчас не знаю, работает она, не работает. Что-то можно, конечно, было проехать, но сюда нет у меня желания узнавать, работает станция или нет. У тебя было желание съездить вон туда? Ну, было, да сплыло. Ты мне тут все перебила. Сказала, нам и отсюда видно. Да? Да. Я что хочу сказать. Помнишь, мы какой день собрались сюда приехать? Это было 16 мая? Не помню. И мы не доехали. После твоей днюшки. А, ну, наверное, да. Да. Месяц назад, получается, вот, больше. Представляешь? И все-таки мы сюда доехали. Теперь назад, хочешь не хочешь, возвращаться надо. Хоть пешком, хоть на велике. Ну, примерно 16 километров. Посмотрю по Дубльгису точно сколько. Обязательно внизу вот здесь напишу. Смотрите, Лариса цветок увидела. Пахнет. Хотела сорвать, нет, испортить, но я ее пристыдила. Она говорит, нет, не буду рвать, пусть же, пусть мед, растет. Медом пахнет. Ну, когда я понюхаю? Лучше бы клубникой пах. А, не, и так вкусно. Сейчас занюхаешь его до дыр. Засосу. Тут Ларисе позвонили в офис. В ее. Она сейчас ответит. Выключи. Передача у меня на маленькой звезде. И из больших на четвертой. То есть, если всего у меня 14 передач, то я выехал на четвертой. Вот с этого подъема. Лариса идет пешком. Ну, тяжело, конечно, тяжелый подъем. Такой крутой. Процентов, я не знаю сколько. 12-14, может. Не знаю, врать не буду. Ну, вот так вот. Отлично все работает. Спасибо механику. То есть мне... Ну что, как, тяжко? Дай воды. Да, водички надо попить. Так, если мы поедем вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, то будем большой крюк делать. Но самое главное не крюк. Самое главное, что там видели, какая дорога убитая. Поедем попробуем по проселочной через деревню. Все, отбивается. Да, Лариса говорит, поехали попробуем. Я тут притормозил, дорога грунтовка, мне на шоссейнике жестковато, а Лариса вот уже упылила с горки-то. Я же на шоссейнике, Лариса, я не могу, зарою сейчас в землю и перевернусь. Чё думала? Ну я вот могу в землю зарыться передним колесом и упаду. Поэтому я и торможу. Влево пошли. Чё кузнечики? Кузнечики стрекотали. Так вот они стрекочут сейчас. Ну вот, ребят, накатанная грунтовочка. Вот здесь неплохо. Решил поддержать своего коллегу по сегодняшнему путешествию. По совместительству мою жену. Смотрите, какая дорога вверх уходит. Хай-фай! Гайс! На майке у него написано. Вау! Подъем серьезный. Смотрите, какой папоротник. Вот куда можно за папоротником приезжать. Молодец. Давай, бурлак.
Люби саночки возить. Вот так ездим только по шоссе, не понимаем, какие сложности у нас. Есть вода. Юра предложил два варианта. Либо пешком, либо раз и наверху. Он выбрал раз и наверху. Что выберу я? И как вы думаете, друзья? Юра сказал, что я пойду пешком. Вот он раз и наверху. Смотри, машина едет. Да. Мучает мою камеру. А вот те ребята, которые катались на этих, на лодках, вернее, не на лодках, а на скутерах. Range Rover. У него такой кисляк на лице был, ехал, смотрел на нас. Наверное, думал, не завидую вам, ребята, крутить педали здесь. Короче, мы друг другу не позавидовали, обои остались счастливыми. Едем по деревне. Захотелось подоить. Ларисе подоить захотелось. О, он привязанный. Думаю, сейчас рванет. Это она, тёлочка. Тёлочка. Когда ехали, смотрела на нас. Проехали, замычала. А вот, ребята, магазинчик. От коронавируса, наверное, тоже защищает. Открыто написано. А что, надо было зайти, что-нибудь взять для истории. Пирожок давай возьмем? Давайте с пирожка. Давай. Что злишься-то? Ну предложил, да и все. Пошли, яблочко. У меня вон пирожок. Гляди, меня едет. Какие два пирога, да? Мешают мне крутить. А здесь сторону-то, наверное, еще. Вот. О, ребята, здесь тоже голосование идет. Видите? Сельпо, наверное, да? Так. О, даже дети написано. Тут, наверное, школа где-то. А, точно. Вон там школа. Ну все, мы сейчас выезжаем на трассу и объехали все кочки. Представляешь? Пока правда. Не, еще не пока, а там же вывеска еще, которую украли. Правда, украли. Выезжаем из правды. Так, а вон там вывеска была. Нету? Кому-то понадобилось. Ну, представляете? А вот насчет креста не знаю, был он или не был. Не было. А вот уже второй раз едем, он был. То ли он металлический. Если бы металлический, уже бы сперли. Ну а снизу посмотри, косынки на... Может быть, трубка какая. Так, вот на этом с левой стороны, видите, столбик, на котором висела табличка. Вот она. Нету. Фоточки есть. Давай на этот раз покажем. Привет, Лори. Ты что там делаешь? Привет, я тут живу. Смотрите, я нашел тролля лесного. Поедешь со мной? Хай-фай, гайз. Хай, гайз. Привет. Нет, я с тобой не поеду, я поеду к себе домой. Вау, а ты же вроде здесь живешь. Ну, я решила пожить в другом месте.
Понятно. Ладно, погнали. Шутка небольшая. Вот мы въехали в деревню. Мол, совхоз. Или совхоз, или деревня. Сейчас уже непонятно. Ну, когда-то был совхоз-миллионер. Сейчас видно, что люди тут побогаче живут, чем даже во многих городах. Школа, мол, совхозовская. А вот и развязка, видите, в Новоалтайск. Через виадук, Новосибирскую трассу, и мы дома. Вот это Новосибирская трасса, Новосибирск-Барнаул. Вон там Барнаул. Да ты чё? Вот наши приехали домой. Вот тут нас внучки ждут. Привет, София. Привет. Как поживаете? Вот, Лариса, смотрите, какая уставшая. Наше путешествие закончилось. Ну и вот итог. Подведем итог нашей поездки. Примерно 90 километров. Я не велосипедистка, которая выдает результаты такие многокилометровые. Для меня эта поездка, эти поездки были нелегкими, особенно последняя, на Правдинская, потому что было очень жарко, к тому же у меня было не очень хорошее в тот день самочувствие. Но что хочу сказать, я все же очень благодарна своему коллеге по велосипедным прогулкам, так как это благодаря ему я эти поездки и совершила. Если бы не он, я, конечно, нашла 100 отговорок, чтобы не поехать. Желаю всем таких хороших спутников жизни, которые потащат за собой свою половинку, чтобы она тоже преодолела какие-то километры. Всем привет еще раз, потому что снимаем мы это уже через 2 дня после поездки, или даже через 3, сегодня у нас, да, через 3 дня. Ну что, классно, конечно. Хотелось бы побывать в более отдаленных местах. Ну уж как получилось. Вдвоем едем, свободные. Классно. Всем советую делать то, что мы делаем с Ларисой. В этом году у нас времени немножко побольше. Ну, в связи с этим, наверное, коронавирусом и вообще с обстоятельствами. Всем пока. Спасибо вам за то, что посмотрели нас. Всем пока-пока.